Здравствуйте, с вами Марина Романюк. Главная тема вторника в выпуске программы «День города». Смотрите далее. Взрастающим мусором тревогу бьют жители песочинских дворов. Их управляющие компании не справляются с прямыми обязанностями. Символы Александра Невского. В Рязани анонсировали большое культурное событие. Где, когда и как, узнаем у Валерия Седова. Эхо открытого разговора на правительстве Павел Малков призвал к ответу профильных министров и заявил о новой грантовой программе для ТОСов. Отношения жильцов многоквартирных домов с управляющими компаниями в Рязани – это целая эпопея. Вроде бы деньги платят управляйкам жильцы, чтобы дворы и подъезды выглядели чисто, опрятно и цивилизованно. А на деле частенько встречаем не просто неисполнение договорных обязательств, но и нарушение всех санитарных норм. Подобная история на этот раз прилетела к нам в редакцию с улицы Новоселов, 20. Жители сами расскажут, что их волнует. В этой куче мусора под срубленными ветками рябины другим сушняком можно рассмотреть деревянные ящики, остатки мониторов и даже старый диван. А вот основой для этой кучи, которая снежным комом испортила лето, стали неубранные еще по весне мусорные мешки, наполненные сухой листвой. И вроде бы управляющая компания провела весеннюю уборку как надо, собрали старые листья и мусор, но вот вывести это все нужным не сочли. Вторая подобная куча из мешков мусора, оставленных после субботника, включила зеленый свет для окрестных магазинов и нерадивых жителей, которые в наглую скидывают бытовые отходы прямо вот здесь, напротив подъезда. Потом уже люди, местные жители, стали сюда приносить свои мешки с мусором, мебель старую уже, диваны, деревья спиленные сваливают. Ну и так далее. Да, с окрестности. То есть все три дома уже носят сюда мусор к нам. Также около первого подъезда у нас образовалась еще одна куча. Там с магазина из «Мир продуктов» тоже, из «Магнита» приносит мусор. «Галактика» там, я видела, пузырьки, валяется мешок. Из угла тоже все свалили к нам. Неоднократное обращение жильцов в управляйку, к сожалению, как мы видим, безрезультатны. Мы неоднократно жаловались в ЖЭО номер 16. Конкретно я разговаривала с мастером, с Бабкиной Татьяной Николаевной по поводу этой кучи. Она приходила, осматривала ее. Сначала они решали, чья это конкретно свалка. Кто будет ее убирать, сказал, что будет связываться с префектурой. С тех пор прошло уже более 2 месяцев. Тем временем все эти мусорные терриконы растут. Конечно, не без помощи непонимающих последствий жителей окрестных домов. Вот уже 4 месяца. Сейчас туда уже складывается не только вот эти ветки и все, что собирается дворниками, но и бытовой мусор. Оттуда уже маленькие крысята вылезают в вечернее время. Это я сама видела. А у жильцов все больше вопросов. Например, куда уходят их деньги, которые они исправно платят за содержание жилья? Почему их подъезды грязные, несмотря на то, что они оплачивают через управляйку труд уборщицы? И где числящийся в их дворе штатный дворник Люба, которую они никогда не встречали, но много слышали о ней от сотрудников ЖЭУ-16. Во-первых, у нас нет постоянного дворника. Хотя управляющая компания говорит, что у нас есть дворник, зовут ее Люба. Очень хочется познакомиться с ней, потому как мы видим только людей, дворников мужского пола, которые быстренько здесь соберут кое-что вот, и положат опять вот в ту свалочку. А так вы, у вас обращений не было разве с мая? Просто мы многие писали, звонили. Нет, не было. Последний раз влажную уборку у нас делали, значит, это в начале 2019 года, когда объявили эпидемию. Одним ведром помазали все это. Вот. После этого постоянной уборщицы у нас тоже нет, не видели мы. Сегодня, правда, пришла, подмела. Но чистоту и качество этой уборки можно увидеть у нас на стенах. Прям вот такие грязные разводы на этих стенках остаются. И паутина висит, потому что постоянная пыль, и паутина висит прям узорами. Не повезло этому дому и с капремонтом. Проведенный в этом году, он тоже вызывает массу недоумений. Кстати, именно на этих домах во время капремонта в мае этого года закрасили мозаику советских времен, что наделало немало шума в социальных сетях. Испортили не только внешнюю эстетику, не говоря уж про историческую ценность, но, по сути, провалили работу предметно.
Нам установили дверь. Дверь была хорошая, из добротной стали, которая плотно прикрывалась. Сейчас заменили дверь. Значит, между косяком и дверью примерно сантиметр просвет на улицу. Когда начнется вот холодное время года, оттуда испарение из подвала пойдет. У нас с подъезда тепло. С улицы холод, будет большая наледь, дверь закрываться не будет. И поставили дверь так, что не на прежнее место, а на расстояние от 5 сантиметров. Теперь у нас свободно можно просунуть руку между подвальным помещением и подъездом. Во время капитального ремонта у нас было 4 ступеньки. У нас. Они убрали лишние, они такие были все перекошенные. Они убрали эту лишнюю ступеньку. И я не знаю, чем они мотивируют. И засыпали у нас вот этим бетоном. Он уже сейчас сыпется, вот эта дорожка. После зимы она вообще вся... Вот. Окно. Окна нам поменяли. Хорошие окна. Но качество остается желать лучшего. Да, там штукатурили, но щель торчит прямо вместе с пеной. Конечно, некоторые жители сами ведут себя недобросовестно, скажем, бездумно наполняя мусорную кучу или вот так паркуя машины на непредназначенном для этого участке. Но это на их совести. А вот фонд капитального ремонта и в управляющую компанию жильцы ежемесячно отчисляют суммы, освоение которых вызывает большие вопросы. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Лень и забывчивость, вероятно, стали главным тормозом в работе еще одной управляющей компании. На улице Зубковой, 25, мусор тоже вывозят по большим праздникам. А про крупногабаритный регоператор компании «Экопромск» и вовсе слышать не хочет. Дескать, площадка не оборудована должным образом. Управляющая компания на это, похоже, просто закрывает глаза. Вот так эта мусорная площадка на Зубковой 25 выглядит сейчас. Вполне себе благопристойно, скажете вы, даже учитывая ржавые контейнеры. Но это все анфас. Если обойти площадку слева или справа, картина совсем другая. И хлам этот здесь повсюду. Вот так это выглядело совсем недавно. Габаритный мусор теперь просто сдвинули в сторону. Местные жители говорят, лучше бы вообще перенесли эту площадку из двора. Причем говорят это уже 3 года. По центру двора стоит... вот эта вот мусорная яма. Смотрите, ведь она течет, вот все это вниз, да. Туда, к подъездам. Когда грузовая, мусоровоз, это очень большое устройство. Вон, посмотрите арку, сколько она углов там посносила. Когда были разного рода сборы здесь, собирало собрание и управляющая компания в том числе, неоднократно мы говорим, вот я лично говорил о том, что надо убрать отсюда. Вроде вот как кивают, что да, это неплохо было бы сделать. Наверное, на это нужно потрудиться. В самой управляющей компании, а скажем так, недоработках по улице Зубковой знают наверняка, но утверждают, что крупногабаритный мусор не их зона ответственности. Зубковой 25 – это ваша, да, юрисдикция? Наша. А подскажите, пожалуйста, вот мусор, который во дворе, его как-то можно убрать, который негабаритный получается, да? Ну какой? Который рядом с коттеджной площадкой? Да. Крупногабаритный который? Да. Это убираете, Экопромск вывозит. Регоператор действительно вывозить такое должен регулярно. Но тут вот какое дело. Вот официальный ответ Экопромска председателю совета многоквартирного дома Светлане Сирман. В нем черным по белому. Мусор вывезем, если управляющая компания немного поработает. Экопромск мне отвечает, что здесь должна быть смонтирована, оборудована контейнерная площадка для крупногабаритного мусора. Они выступали там и в администрации Экопромск, это я уже почитала в интернете. Ее нету. Управляющая компания делать это не хочет, деньги затрачивать не хочет. На наш дом она ничего не хочет делать. То есть у нас уже подошло время косметического ремонта в нашем подъезде в 2016 году. Я добивалась, еще не будучи председателем. Там все уже обветшало. Они не делают просто так, понимаете? То есть вообще? Вообще этот дом уже, что называется, проходил по нашим сводкам. В сентябре прошлого года мы рассказывали о том, как здесь на крыше обвалилась бетонная плита, а ремонт вызвал очень много вопросов, в первую очередь потому, что на него деньги собирали с жильцов дополнительно. По нынешнему состоянию крыши вопросы, кстати, у них остаются. А вот совсем недавнее июльское видео прорыва теплотрассы. Его худо-бедно залатали, накинули хомут, но вот комплексно решить этот вопрос, понятное дело, в управляющей компании не спешат. Видимо, снова попросят жителей скинуться деньги.
деньгами. Да, в наглую. Ну а что, это же работает. Тем более, что жилинспекция к этому дому на Зубковой 25 по-прежнему равнодушна. Рязанские ТОСы получат дополнительное финансирование через специальные гранты губернатора до 60 тысяч рублей. Об этом на правительстве сегодня заявил руководитель региона Павел Малков. Деньги, по его словам, пойдут на точечные проекты. Конкурс заявок объявят в ближайшее время. Но начал в РИУ губернатора с ответов на вопросы с недавнего онлайн-общения с рязанцами. С ответов на вопросы жителей области теперь начинает каждое заседание регионального правительства. Как спасти местные водоемы в Ряжске? Почему не работает ЗАГС в Шилово? Сколько ждать дорожного ремонта в Сапожковском районе? И когда звукоизолируют холодильные установки Ледового дворца «Айсберг» в Рязани? На каждый вопрос Павел Малков требует обстоятельного ответа, обещание по датам четко фиксирует. Внятного ответа на возможность вхождения поселка Сараи в комплексную программу развития сельских территорий руководитель региона не получает. То есть с документацией пока не все гладко. И, судя по всему, из-за бюрократических проволочек. Слово «регламент» вызывает у него нотки раздражения. Коллеги, ну вы что? Какие регламенты? Есть реальный мир, а есть бумаги, которые мы сами себе придумали. Давайте мы все-таки соответствуем реальным миром будем жить. Закупка нового пассажирского автопарка и уборочной техники – тема отдельного разговора. Своими инсайдами поделился Артем Бранов. 10 троллейбусов у нас будет приобретено уже в ближайшее время, в ближайшие 2-3 недели мы их получим. Следом еще 10 троллейбусов мы планируем следующим этапом закупки. Ну, проблема по наличию, мы с коллегами договариваемся о квотах, вроде договоренности получены, поэтому в ближайшее время 20 там, новых троллейбусов мы получим, 10 первым этапом и 10 вторым. Также мы активно сейчас ведем подготовительные работы для участия в программе льготного лизинга и планируем приобрести 47 автобусов на сжиженном газе. Очень экологичные, экономичные автобусы. Что же касается коммунальной техники, то здесь октябрь заявлен датой окончания всех закупок. Сколько и чего, пока Артем Бранов не сказал, ведь именно цифры здесь имеют ключевое значение. Поддержка ТОСов – еще одна важная позиция во взаимодействии общественности и власти. Здесь Павел Малков приготовил отдельный сюрприз. Я подписал постановление о введении грантов губернатора как раз для ТОСов. Гранты в пределах 60 тысяч на реализацию проектов, которые поддержаны органами ТОС. Общий фонд пока в этом году выделили около 1 000 000 рублей. Деньги эти уже предусмотрели. Конкурсный отбор нужно объявлять в самое ближайшее время, уже в августе. Соответственно, предусмотрен цифровой формат подачи полностью заявки, да, бумаг не требуется. А вот что требуется, так это собранность всех коммунальных служб. Приближение Дня города обязывает. По словам Павла Малкова, все должно быть вымыто, вычищено, скошено. До праздника фактически всего 1,5 недели. Большое культурное событие для Рязани пройдет 27 августа. В областной филармонии представят премьеру символа оперы «Александр Невский». Это рассказ о великом князе, его жизни и победах. Сегодня авторы подробно рассказали журналистам, в чем уникальность события. Рассказать о фигуре Александра Невского пытались многие режиссеры. Эйзенштейн, Каленов, еще десятки авторов и композиторов. Оттого у современный символ оперы и появился теглайн «У каждого поколения свой Невский». Постановка – рассказ о великом князе, его победах в битвах. В качестве музыкального материала выбран синтез мюзикла и рок-оперы, а также добавлены элементы современных музыкальных стилей и направлений. И вот такой творческий подход, нам кажется, даст возможность выразить этот концептуальный замысел и сделать его доступным для понимания молодежной аудитории. Здесь и рок-группа, оркестр, хор, и солисты, и актеры Рязанской филармонии. Композиторы уверяют, что благодаря их коллективному творчеству зрители увидят историю глазами Александра Невского, перенесясь в прошлое и прочитывая события через его воспоминания. Мы пытаемся, чтобы вся эта музыка нас перенесла в 13 век. Чтобы посмотреть на то состояние Руси, в которой находился Александр Невский, и передать его переживания, переживать тонкие игры политические, которые проходили не только геополитически, но и внутри государства. Потому что Новгородское княжество, Московское княжество – очень непростая политическая ситуация была между
своими родственниками, даже братьями. Опера «Александр Невский» появилась в прошлом году. Написал ее композитор Вячеслав Лопухов. В столице ее уже показали. Но там опера состояла из 6 номеров. В Курске уже 12, в Рязани и вовсе 17, два из которых еще пишутся. Не хватало немного музыки и характеров ордынцев. И не хватало немного характеров тевтонцев. То есть получилось, что они показаны, но в своей гармонии недостаточно. Мы решили написать два танца. То есть танец ордынцы дарят, но под этим танцем очень глубокие смыслы. В ролях молодые студенты и выпускники ГИТИСа. По словам постановщика, благодаря этому глубокий философский смысл послания оперы понятен и подросткам. А музыкальная составляющая из джаз-рока, фолка, просто-рока и других жанров дополняет картину. К сожалению, пока мы всегда чувствуем некий дефицит музыкального материала. Обычно мы все-таки опираемся на классическую музыку и на музыку советской эпохи, которая уже тоже для нас стала классикой и любимой музыкой. Но вот современного музыкального материала для наших памятных дат до сих пор не хватает, до сих пор есть некий дефицит. Это очень большое счастье, что появляются свежие музыкальные произведения, и мы, как сказал маэстро, сможем через них по-новому взглянуть на наших исторических личностей, таких героев, как великий князь Александр Невский. Премьера «Символ оперы Александр Невский» намечена в Рязанской филармонии на 27 августа. Возрастной ценз 12+. Событие обещает быть грандиозным. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все новости. До свидания.